Где написано, что 62-й год, а где написано, что полноценно в 70-м году, понимаете, вот как-то так. Слава Богу, не пропало, не зажалось. Нет, не пропало, да. Да, но это опять конечно, благодаря краеведам, вот тому, что краеведы, да, и собственность государственная, но вот, скажем так, владели майовцы, ну и вот и сейчас база-то это их. Можно только спасибо сказать. Спасибо, да. И вы знаете, вот эта церковь осталась целой благодаря тому, что девушкам нельзя. Благодаря тому, что склад был и клуб был, и церковь цела. А там в 61-м, кажется, году, ну не столь важно, 61-62 год, приход небольшой и очень бедный. А церковь дальше не видели, не было.